из каких-то таких серьезных неприятностей нам обрушили сайт атакой в прошлом году перед, не перед, собственно, во время акции 26 марта. Собственно, это было, ну, это было явно какое-то такое вот политическое воздействие, это было мощно, и мы к этому оказались на тот момент не готовы. Пришлось какое-то несколько часов потратить на то, чтобы сайт поднять и защитить. Сейчас готовы уже? Да, сейчас мы готовы. Какие-то советы простые? Ну да, простой совет, если есть риск такой истории, то воспользоваться какой-то штукой вроде Cloudflare. Вы Cloudflare пользуетесь? Да, мы на данный момент пользуемся Cloudflare. И не боитесь, то есть у нас же вообще-то хакеры это самые страшные, они Америку вам скрывают и так далее, то есть они Cloudflare не могут вскрыть. В смысле, не боюсь ли я про это говорить? Нет, я в смысле. Что Cloudflare настолько защищен, что его не вскрывают даже наши крутые хакеры, которые всю Америку вообще поставили. Просто все зависит от того, сколько есть денег на такую атаку.